привет, это Music Mag TV. Мы на Music Messe, стенд компании Behringer, и они удивляют нас своими новинками. Это MIDI-контроллеры и MIDI-клавиатуры. Здесь мы видим MIDI-клавиатуры серии Motor, Motor 49, Motor 61. В чем их особенность? 49-61 клавишная MIDI-клавиатуры, полузвешенная механика, такой ход клавиш довольно мягкий, есть автотач, чувствуется, моторизованные фейдеры, 8 вращающихся регуляторов с режимом Remote Control. Похоже, как будто бы это взято с их версии PCR. MIDI-контроллер был такой, Behringer PCR. Также есть 8 пэдов, разные режимы передачи данных для пэдов мы видим. Также режим Repeat, D-Beat, какие-то данные Velocity различные. Большой LCD-дисплей с кучей различных настроек. Арпеджиатор встроенный, Note Repeat мы видим, транспонирование, сплит, разделение клавиатуры. У банков есть несколько... У фейдеров, точнее, вот поснимай сюда. Есть несколько различных банков. У энкодеров также есть несколько различных банков. У пэдов тоже есть. Также имеется похожее на M-Audio. Клавиша смены октав. Pitch Bend колесо, колесо модуляции. 49-клавишная версия оснащена всем тем же самым. Но здесь 49 клавиш.